Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я буду начинать заново игру под названием Little Inferno. Все-таки она у меня заработала, каким-то образом, но заработала. Сейчас мы в этом убедимся. Долгий перерывчик был, так что продолжаем опять снимать. Летом будет много видео. Так, это сжигаем. Ну, эти хрень тоже. Так, приходит новое письмо. Гуднес. Ну, я не буду читать, я буду помедленно, вдруг вы будете читать. Вот. Каталог. Помните, у меня не грузилась вот эта вот картинка? Ну, скоро вы увидите. Начинаем все сжигать. Все, нет денег. Так, паучок. Так, кладем картину. Я буду все по отдельности сжигать, потому что ну, вместе как-то неинтересно. Так, вот картина горит, теперь кукуруза. Ну да, нормально. Я и забыл, что уже из этого получается попкорн. Так, скобики. Тоже сжигаем. Дальше. Опять же нет денег, чтобы купить новое. Так, вот, письмо опять новое. Вот. Будильник. Ну, давайте сначала письмо. Так-с, кидаем в огонь. И сжигаем будильник. Так, и пусть сейчас все разломался. А, вот теперь карточку кредитную, лучше ее туда кинуть. Из нее деньги выпадают. Одна деньга будет моя. Целых 100 долларов тащу. Ну, у меня, в принципе, больше. 100 долларов это 3000. Нормально. А там все 20 долларов и так далее. Все, сжигаем. Теперь покупаем идолы и батарейки, мои любимые батареечки, которые взрываются. Так, давайте воспользуемся быстрой доставкой. Так, вот 6 монет. Ну, пока одну кинем. Во, как же это прекрасно. Опять это сообщение. Вот это вроде поет, я уже забыл. Да, поет. Господи, у него глаза открылись. Заткнись. Все, сейчас взорвется. Все. Взорвалось. Надеюсь, меня хорошо слышно, а то ну, с микрофоном опять проблемы. Но надеюсь, все, что хорошо. Посмотрим. Ее фотография. Ну, я вроде концовку помню, что надо сохранить купон на обнимание. На бесплатное обнимание. Так что купон я не буду лучше сжигать, чтобы концовка была хорошая. Так, батарейка, взрывайся. Так, вот оно все. О, господи, прилетело. Ждем.
Я пока уберу весь мусор, чтобы не мешало. Так, убираем. И последнее, и все. Нам доставили кирпичи, лучше этим убирать. Я один кирпич оставлю. Потому что, ну, вдруг когда-нибудь найдется много мусора, то он мне понадобится. Давай статуя огня. Так, все, гори. Монетки. Опять это глупое письмо. О, бой. Сразу сейчас выполню комбо. Все. Да тупое письмо, ненавижу. Поскорее бы оно закончилось. Давай, сжигайся, пирач. Все. Одно комбо сделано. И также берем свой кирпич и начинаем это все ломать. Все плохое. И он даже... Нет, показалось. Он все-таки загорелся. Ну ладно. Вот наши две вот эти штучки. Письмо тоже, пожалуй, пусть сгорит. Кидайся. Все плохо, все горит. Денежки. 12. 1 и тоже 12. Ладно. Так, ну вот. Огонь прекращается. Можно его пока в ту сторону пододвинуть. Или можно вот этим кирпичом его убрать. Вот, всякие опилки. Убираем. А, на меня полетел. Нам пришло важное письмо. Что же ей нужно? Угу. Кажется, ей нужны светлячки. Я не помню, как светлячки пишутся по-английски, но вроде светлячки ей нужны. Ну, надеюсь, они. Так, сжигайся. Но кирпич — это хорошее оружие в плане уборки. О, господи, в скайпе появился. О, фак. Не обращай внимания. Вот это. Зачем я кирпич? Ладно. Так, пусть эти горят. Сейчас появится... Да, вот они. Только не кирпич. Все замечательно. Сейчас выполним еще одну комбинацию. Комбо, точнее. О. Красота. Опять это письмо. Ну, вроде я светлячков отправил, вроде все правильно. Да, да, да. Слава богу. Английский я еще чуть-чуть знаю. Все-таки по-английскому я не пень. Сердечко. Paper heart. Сердце. Ну, давайте выполним комбо. И сжигаем. Да, оно. Слава богу. Главное, чтобы деньги не сгорелись. А, сгорелись, окей. Так, лучше эту денежку убрать подальше, чтобы она не загорелась. В скором времени у нас появится, так сказать, тушилка огня. Не которая водой, а которая все замораживает. Ну, увидите в дальнейшем. Вот она, коварная картина. Такс. Ну что, сожгем? Ну, давайте вот это.
Все-таки у меня эта штука заработала, и теперь игра не улетает. Слава богу. Деньги пусть жгут, $20 не жалко, копейки. Так, ладно. Ждем, пока картина доставится. Мне не хочется тратить свои карточки. Ладно, хочется. Неохота мне ждать. И все замечательно работает. Это я с американцем разговариваю. Он написал. Там, короче, ролик про игру. И он написал, что это. Ват это что, а за это. Я ему написал, это игра, так что... Все, пусть поймет. Так, сжигаем эту картину. Сердце я пока оставлю. Так, сейчас нам с ней много денег должны дать. Да, 16. Ну, 16 рублей это вообще как меньше одной копейки. Ладно, не хочу ждать. О, сейчас из этого хрень вылупится. Плохо. Ладно. Сжигаем. Потихоньку сжигаем. О, фу, гадость. Чё за херня, а? Какая-то выскочила. Всё, гори. Только не в моём кирпичике. Он мне понадобится только для уборки. Ладно, сейчас каталог заканчиваю. Мы второй будем использовать уже в следующей серии. Так, пусть горят, деньги давайте. А, я их уже взял вроде. Да иди ты отсюда. Йо. Чуть кирпич не подожгли. Ну, сейчас я задавлю. И вот так. Все. Все хорошо. Ну, паука тоже надо сжечь. Покупаем автобус. А все остальное нам не хватает. Ждем. Нет, не будем ждать. Ой-ё, сейчас кирпич, наверное, взорвется. Тем более автобус в его сторону направлен. Но у меня есть идея. Это же логика. Кладем вот сюда автобус. Поджигаем его. Кирпич тут, пусть тут будет. И письмо в этот момент. Охрененно. Взрывайся. А, кирпич. Походу, все, кирпичу конец. Нет, кирпич жив. Удивительно. Ну, круто. Для уборки он лучший. И